Второй пошел. Вышел. Третий пошел. Четвертый пошел. Пятый пошел. Шестой пошел. Земле. На земле. На ориентир дорога, собираемся у дороги. Хорек, земля. На земле. Стрельба. По нам. Вражеская херня. Запада стреляет по нам. Марис, открывать огонь можно, если вижу? Так точно. Вижу, на самом верху. Азимут 180. Грек. Ответил. Айдар. Ответил. Шайтан. Живой. Хорус. Есть. Держи. Тут. Прогнал там одного. У нас метка уже стоит. Доклад РМов, между нами и ими враг сидит. Ну где РМ? Говорит же, хоть нет, что ли, в этот раз? Метку поставил. Пехотинец РМ вышел на дорогу, его сразу пристрелили в упор. Все, я понял. А рядом вот, блядь, за горой нас потянет. Давай, ну, тогда поможем РМ. Двигаемся на юг. Ты, наверное, с Греком давай на гору. Грек, прикроешь тогда Шайтана. Понял. Я рядом, ну, как бы могу помочь. Тут церковь, да? Да-да-да, вот эти в доме. Там семерка вижу. Так, побежал опять к машине, блин. Сейчас, наверное, поедут. Кто у нас? С винторезом кто у нас? С винторезом кто? Я. От тебя на востоке, в камне. Противник. Ну, если могу пару, попрос, пожалуйста, но я шумный. Минус. Работайте, Нет, это не потому, ты стреляешь. С семеркой убил противника. Еще, значит, еще вдоль дороги прямо передо мной, блядь. Никто по ним не работает сейчас. Морис живой? Морис, а с вас попадет на башню. Убил того, кто убил Морриса. Блять, по углу шаг, походу, стреляется.
еще трое на кавычке. Опаландак. На 60. Не отстоит. Понял. Человечки там бродят. Далеко от нас? Ну, на 60, не знаю, сейчас, не знаю, километр. Может, меньше чуть-чуть. Я знаю, где ландак. Пехта от него далеко? Он выше. Насколько выше? Близко? Близко, вот соседний лес, прям над камнями. Ну, если я буду тырить ландак, он меня заметит? Ну, думаю, нет, ты снизу подходишь. Да. Он смотрит на юг. Ландак не обращает внимания. Отправляй меня сейчас на тот ландак, который ты видел. Хоть его, забей. Я оглохну иначе. Ага, направляй меня на тот ландак, куда мы едем сейчас, на правильно, нет? Да просто впереди нас едет тогда. Нас мы их проехали. Сейчас просто определимся. Они от нас. На севере. На севере? Да, вон они, видишь, поле на севере. Там и пехота была, да? Вон такая пехотка, вон смотри. Ровно север. Как далеко от нас? Ну, через дорогу. 500 метров. Понял. Да. Они куда смотрят, на нас примерно? Сейчас пока не вижу их. Спрятался. Вижу два ландака, вижу о чем-то. Второй ландак, смотри отсюда. На 20. С пулеметом. Но за ним никого. Тащит УАЗик. Там еще выше от него есть за камнем. Один минус. По тебе? Да. Сейчас остановится, чтобы выстрелить. Надо валить отсюда. Да. Тогда поняла, так держи куда-нибудь. Все, добил. Валим? Да, я отошел к дороге. На восток. Давай обратно к машинке. Блин, не могу, я уже тут в поле плюс. Да, слышь, вау, прям на меня едешь. Я в кустах. Левее. Быстрее. Пиздец какой-то.
Короче, сейчас тут остановимся, я быстренько осмотрюсь, что происходит. Дальняя проверка. Дальняя проверка. Да, актуально. Авангард, остатки. Это актуальная дальняя? Актуально. Обновляем на себя метку. Да, да. Блин, вон так. Попытайтесь понять, если... Север от нас, северо-восток, 40. Куда двигается? В сторону города уезжает. А, южную зону. Удачно. Зону эвакуации. Зону эвакуации принял. К нам что-то едет. К нам едет машинка какая-то легковая. Сколько минут пошло после старта миссии? В нем противник. Кто? Азимат. Убит. Партизан, южный или северный? Южную, понял. По идее, прошел час, где-то через еще какое-то время нужно будет эвакуировать зеленых. В том-то дело, они сейчас сами начнут выезжать. Это я сел за машину. Сначала на выставку вертолетки. А, вижу, там горит. Не, я пока вдалеке. Просто там было по апартаментам ограничено, во сколько нужно прилететь. Время уже подходит. Блин, можешь ну, хер. Если ты вдалеке, посчитай, сколько. Постройки все слети. Они там сбили своего. Пока не эвакуируются, осталось 10 минут. А с МСВ, Бэт, не помните тайминги? Прошу. Что за семерка? А наш. А я пытались выбить медицинку. Кого выбить? Медицинский транспорт уезжает. Вижу. Остановился. Свои. По ним были пуски, да? Да. Да, вижу. В камышах они. Стоп, это свои, свои. Свои, конечно. Слева, да? Тоже свои, союзники. Хотя это что такое? Враг у нас близко тут. В камышах ярче, враг, с пузырка. Минус, враг это. А, да, точно враг. Спрятан был от меня. Надо пузырка выкинуть, либо отстрелить ярче, быстрее. Так, займешь, я тебя прикрою. Да, может еще кто-то быть. Едет какая-то машинка левее. Да. Авангард на дальний. Возле метки авангарда уничтожили пехотинца с ПЗРК. Принято. А кто-нибудь в курсе, сколько у них? Два ПЗРК, да? Да, два ПЗРК в каждом по пушку. Говорят, одного уничтожили ПЗРК. Сейчас ДБТР проезжает, 80 А, ровно с ним. Сейчас отстрелим, не пугайтесь. Ярче, давай быстрее. Просто сразу стреляй, потому что они ожидают. Какой фланг, где там ПЗРК был? Там, где авангард был. Ну, он там и есть. Отстреляно. Заодно ПЗРК еще появилась на метке партизана. Синий, там краски она повесается. Отстрелял. Хорош. Тут свой живой. Помогай ему быстрее. Завязываешь его? Да. Прикрываю, давай. Кто тут рядом бегает? Вижу двух врагов, идут к вам. С запада.
У тебя рядом союзники. Слабо, ты уверен? Да, двое. Так, с БТР свои идут. Дальше БТР, наверное. Дальше БТР, конечно. Тут будет два интересных момента, которые я бы хотел прокомментировать. Первый — это чувак, который ехал в легковой машине, был представитель зеленой стороны, то есть тех, которых мы должны были эвакуировать. Но он словил от меня 338 лапуа магнум и представился. А далее, вот где-то здесь, игрок синей стороны прошел в камыши к союзному отделению АЭСов. Я одним выстрелом почему-то убил их обоих. Это очень странно. То ли я их прошил обоих насквозь, то ли это был какой-то рикошет. После того, как пуля прошила противника с ПЗРК, она, видимо, попала еще и в союзника и убила его. Ну, что тут я могу сказать? Это арма. Рикошеты здесь работают, да. Все возможно. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Там вы найдете видео, которое скрыто на канале. Анонсы, скриншоты и музыку. Ссылка в описании под видео.